2017. Для того, чтобы самая домашняя по праву принадлежит первой борьбе за чемпионство, может этих, наверное, будет честно сказать, не самых комфортных условиях, но учитывая то, какой сегодня день в календаре, 18 ноября, условия важнейшие. «Динамо» в случае победы в сегодняшнем матче так и оставит, защитники остались. Хорош очень Кирилл в подыгрыше, его умение играть вперед для игрока центральной линии очень важно. Милевский, передача на фланг, надо открывать счет. Это была еще одна передача от Павла Нехайчика между Чиди и линией Премудрого, Нехайчика и Милевского. Целое море. Гаврилович пошел вперед, и вот сейчас очень опасно, если будет контратака, но пока до нее рановато. Торрес, надо бить, еще один пас! Нивалдо, 1-0! Сообразили на троих, будем ждать повтора, чтобы определять, а был ли у Леандра Торреса офсайд. Но судья в этом эпизоде промолчал Хайчика, но Павло сегодня развернулся. В одно касание Торрес, есть Нивалдо! Торрес, надо уходить! И есть опять-таки Нивалдо, один открыт. Торрес, еще один фин, Чиди. Есть Премудров, хороший удар Чиди. Веретило, не удалось совершить перехват. Пас на правый фланг. Воронков. Какой прострел и сэвище! Сыграл Речилин, а сегодня с первых минут появился Кирилл Премудров. Ну вот и гол. 1-1. Я не хочу сказать, что к этому шло, но, знаете, вот когда однажды простили и повторно, и вот сейчас этот заброс делает его... Десятый номер Дмитрий Лебедев, и на ближней штанге открывались партнеры. А ведь это повторение у нас за счет вот такого соперничества, удар мимо ворот Дима Алисейко, скажем так, в зоне штрафной, и контратака на скорости уходит футболист Городей. Спасибо, Паша! Раздается с трибун. Павлюченко спасает ситуацию. Вот такую контратаку пропустили динамовцы. Гаврилович, красавец. Закончится эта встреча. Торрес. Милевский. Хорош. Нивалдо. Входит в штрафную. Но атака продолжается. А будет ли еще один удар? Ай-яй-яй. Минуте. Ворота Днепра. А Славия с Нафтаном играют 1-1. Все. И у нас 1-1. Первенство.